Всем доброго времени суток, с вами Борька СТ, и сегодня я покажу и расскажу, как быстро и качественно записать видео вашего момента в CSGO. Сразу же хочу сказать важную вещь, данный способ записи видео подойдет исключительно счастливым обладателям видеокарты от NVIDIA. Ну в общем, понеслась. Для начала нам нужно скачать и установить GeForce Experience, ссылку на скачивание можно найти в описании. Запустив GeForce Experience, переходим во вкладку игры, в правом верхнем углу нажимаем на иконку Shadow Play. В открывшемся окне включаем саму Shadow Play. Ставим данные настройки. Режим ручной, качество пользовательское, разрешение in-game, частота кадров 60, звуковое сопровождение игра. Сворачиваем программу. Далее нам нужно скачать и закинуть конфиг по данному пути, который вы видите на экране в папку CFG. Ссылка на конфиг в описании. Далее запускаем саму CSGO, переходим в настройки видео и также ставим данные настройки, которые вы видите на экране. Следующим этапом нашего видео будет сама запись вашего момента. Для этого нажимаем Shift плюс F2, далее Load и выбираем нужное вам демо. После того, как демо загрузилось, переходим на нужный для нас момент. Останавливаем само демо, ставим скорость воспроизведения 25%, открываем консоль и прописываем Access Movie. Далее воспроизводим демо и нажимаем Alt плюс F9. В правом верхнем углу появится зеленый кружочек. Это означает, что запись видео началась. Ждем, пока запишется нужный нам кусок видео, и снова жмем Alt плюс F9. Также нам снова нужно записать этот же момент, только с обычной скоростью воспроизведения. Это видео будет служить для нас аудиодорожкой. После того, как вы сделали все правильно, а я знаю, вы сделали все правильно, можно смело закрывать CSGO и переходить в Sony Vegas. Открыв сам Sony Vegas, закидываем наши два видео. Вверху у нас видео со скоростью воспроизведения 25%, а внизу с обычным. Итак, правой кнопкой мыши жмем на верхнее видео, выбираем Properties, убираем галочку с Aspect Ratio и значение Playback Rate ставим 4000, жмем ОК. Теперь наше видео стало воспроизводиться как нужно, а главное сохранило качество. После этого удаляем лишнее, нажимаем Ctrl плюс U и удаляем аудиодорожку данного видео. Теперь нам нужно подогнать видео и аудиодорожку, которая имеется на втором видео. Для этого ищем момент убийства и нажимаем кнопку M. После того, как мы поставили метку, подгоняем нижнее видео по тому же убийству. Для этого на время выключаем видимость верхнего видео и подгоняем по метке. Далее снова жмем Ctrl плюс U, только в этот раз удаляем ненужную нам видеодорожку, включаем видимость видео, обрезаем лишнее, подставляем музыку и наше видео готово. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо, всем пока.